Парламентские выборы в России пройдут 18 сентября, а в Екатеринбурге уже знают, кто их выиграет. Подсказали, как вы думаете, кто? Не догадайтесь. Мыши. Местные журналисты устроили гонки серых провидцев. Гонки проходили в офисном здании местного информационного сайта. Мышей оснастили специальными наклейками с названиями сторон и выпустили их на трассу. Ею стал, естественно, обычный коридор. На финише мышек ждал плюшевый мишка с наклейкой «Все на выборы». Партия ЛДПР добежала первой. Решительно, стремительно и сразу. Но на финише не осталась, она вернулась назад, встретила партию «Единой России» и проводила ее вместе с собой. Они бежали вдвоем. И потом уже КПРФ, который что-то ждал в этот момент, решил ее догонять. Ну все, все вошли, можно тоже идти нормально.